нас рвёт. Я знаю. Что я делал? Нет, ты идешь. Да. Короче, стволов 30 точно там есть. Больше. Ничего, за нами победа. Ну, да. Понимаю, вот тот их интересует. За детей Донбасса! 243-й, ответ 245-го. Взяли бы вот украинцы по-нормальному, ушли бы за пределы Донецкой и Луганской области, и все. Закончилась бы война. Жили бы себе там спокойно, а мы в себе жили спокойно. Да фах висит. Висит, да? Да, висит. О, хочешь, расскажи, как у тебя позывной расшифровывается? Кропотский фах. Иосиф Виссарионович Сталин. ИС. Да. Просто ИС. С самого начала войны воюю. Вот здесь нахожусь. Морячок, помнишь, где я первый раз, бля, кидали? Ну, сидит, бля, прям видно, блин, близко. Иди сюда. Да. Кто укропы стреляют по нам? Два. А ну, оборот, ниже. Что это здесь? Да мне позвонили. И сказали, что, короче, я там в этом... В одноклассниках. Убийца-снайпер. Убийца оперного певца, да, Спивака. Да, да, да. А мы здесь. На второй день уже опубликовали, что как бы, меня уже убили. Хотя я вообще этого Спивака ни в глаза ни разу не видел и не знаю, где это произошло. Да я до сих пор не знаю, где это произошло. У нас тут интернета нету, мы им не пользуемся, не знаю. А все в нем только написано. Все, так да? Вот, короче, пока оставляем. Да, все, три осколочных. Приготов? Все готово. Туда только осколочными будем. Ну все. Кумулятивом пусть работает, примерно. Кумулятивом нет резона, блядь. Сука. Что там по этим переговорам есть? Что там, что-то продвигается? Я даже не разбираюсь в этих переговорах. У нас же пацанов в плен взяли, блядь. А я знаю. Недавно. Мы были же там. Были, да. Новороссия, ДНР, ЛНР. Угу. Ой, тут меняется каждый день, кто что хочет. Это может сегодня оттуда не идти, а наоборот отсюда, понял. Но в основном тихо. Вот где три дня, вот там тишина. Я пойду по посадке. Давай, давай, Иван. Все, я пошел. Все, братья, давай. Женька, у нас 301. Ну да, это, смотрите, куда в руку. Да, как-нибудь свяжись с этим. Все, с Патером, да. Давай. Ложись!
Минометы с Константи работают? На 8. За посадкой где-то. Куда попало? Если приплечь, они их сломали, бля. А? Ложись! Ложись! 44-й минометы не работают. Они что ситуацию не знают. Натяжки делаем. Связь, дай. Связь. Танюша, давай со всех стволов прикрывай. Оттяни на себя оттяни. Сорок четвертый. Сорок четвертый нужен. Это улетело, блядь, не понял. Потом СПГ работает. Полев по СПГ работает. Ну, блядь, если не прошли ни на один, где-то на 8 на подъехал. Танчи корейцы. Пускай пацаны с АГС наложат на угол посадки. Хоть со стороны знаю, как она толкнула. Огонь открывать? Я тебя понял. Что я принял? Это миномет? Ну, 80, да, может прям по машине. Короче, нет. Просто шо, да, выдают команду на работу, не дают внимание! Команду. Внимание! Вы! Все, принялись. Принялись. Смотри, почистить уже надо. А сейчас, подожди. Мы же ниже опустили, ниже опустили на 1700 где-то. Ну. Ну куда она? Слышишь, она так меня. Пика трусе. Ты сам видишь все, что не мы начинаем, они постоянно начинают. Что? Сам видишь, что мне тебе говорить? Ты сам не пришел, сам увидел. И мы слушаем с минометов по ним, они по нам. Что нам делать? А у нас вот, пятерка, видишь, сам, вот. Вот, ты видишь, что творят? Да. Опустись, блядь, на коленах ходи, сука, сколько тебе учить, на коленках, блядь. Сапожка. Кровь подрабывай. Ищу. На середку. Да. Оп, оп, оп.
Внимание! Да! Вот можешь просто немного? Просто чтобы перекинуть, понял? Оттуда вон эхо и хрюкало. Два часа твой. Да? Привет. Русь, привет вам. Вот видишь, говорят, пейк. Купают. Ага, все, я сейчас тогда с Лэпа выдвигаюсь к вам и пойду по линии, сделаю вам связь. Север, на связи. Я на связи, Север. У вас нет связи? Нет, я говорю, у вас есть связь 44-й, Тань? А, ну вот, я, значит, где-то перебито. Я сейчас на Лэпе, от Лэпа пройдусь к вам, предупрежу, когда буду подходить. И от вас уже пойду смотреть обрывы, чтобы сделать 44-ю вам связь. Ага, давай, ждите. Я 41-й год. Лэп! Лэп на связи. Сейчас спрошу. Мужчины, девушка спрашивает, нам нужна поддержка огнем? Пока нет, если что, позвоним. Пока нет. Если что, мы выйдем. Если что, позвонят. Ага. Ходи так, Таш. Киев будет наш все равно. Пошли. Это наш. Да? Опа, затихли, суки. Наши пошли. Выстрел! Одна ушла, как принял. Вот это наши пошли. Справа стороны посадки. О, бэха начала работать. Смотри, Макс. Куда-то они попали. О, что-то там дымит. А, что-то дымит, да. Выстрел! Ну давайте, давайте, кройте их пока, мне дать телефоны перебежать, блядь. И надо метров 100-150 влево. Минус 100, лево 20. Вон, видно. Да.
примерно туда. Геннадь есть. Все, парни, давайте, если что, на связи. Я сказал, забегайте. Да, пропустите. Все, еще раз. Да, еще раз. А? Есть. Выше до предела. Нахуя. Давай, обороты влево. Ворот влево, да? Влево. Влево. Это наше. Давай левее, блядь. Наше, давай. Ты что? Ты дебил, тут на давай. Тихо, вы. Что там у нас? Нет! Нет! Да! Они с пол первого ебашили, морячок. По нам, давай сюда, в блокпост нахуй. Видишь? Окоп, по одному. Давай в окоп. Попали. Сука, потушить бы ее как-то. А как ты ее потушить? А, шипер стрелять не будет. Он железный, да? Он железный. А дальше? Собака тут не привязана, блядь. Не, надо просто проконтролировать. Да, пойду посмотрю. В общем, смотри, слышу, сразу ори, мы туда идем. Ага. Сиди там, только не высовывайся. А вот сейчас не перекинется, нет, Тёма. Дайте сигарету, а то поломал. А с этим его прибивают? Кого? Маэстро. Там же, видать, одному в руку, егерю в голову и этому в голову. Только егерю рассекло, ну, башку, блядь, а этому, ну, в лоб. Блядь, бедная егеря голова. На, егерю что-то в голову не везет постоянно. Вообще не везет. Жизнь. Мне туда скромсали, по-моему, где пытался уже с больницы сбегать, прикинь. Сбежал с больницы, его ловили в Новоазовске, вернули. Кричит, я, говорит, за командиром мстить пойду. Да. Вроде как комендатура поймала, блин. Поймала? Ну а что бегает такой с чаном на голове, с бинтами, блин? Держи. Давай, Анатолич. Два четыре один. Нет, тапик офигенный. Ну что-то с линией. Когда они уже нажрутся? Всего. Когда на земельки им надо? Падла, всем дадут по 2 метра вот там. Всем поровну. И богатым, и бедным. И черви всех сожрут. Но они гребут, им надо. Земелька. Пришли черти откуда. Когда вы... Ты не снимай, а то тоже буду говорить сейчас тоже. Простите меня, что я так говорю. Я им сейчас, сукам, скажу. Когда эти бандеры, суки, нажрутся крови людской? Оно сразу, оно как сполохнуло там за 2 секунды, да? Все, что случилось, то случилось. Я думаю, не идти. Лежала, думаю, до утра уже. Потом вроде чуть-чуть задремала. Потом думаю, нет, пойду, что-то не то. Катя, соседка, звонит с одного телефона, то с другого. Мне связь там плохая. На улицу выйду, там снайпера летит, стреляет. Ну, куда я пойду? Так, ну ладно. Такое дело, значит.
О, старая бригада едет. Ну вот, понял, ничего нового. Скажите, а кто помогал тушить? Я вам скажу, где они стоят даже. А так это мы даже сами знаем. Начало войны. Мы отсюда не уезжаем. На Троицу началось это все, да. Через 2-3 дня каждый раз что-то прилетает. И кидают, причем очень сильно. Крышу. Крышу два раза попало. То во двор, то под двор. Нас пока более, нас пока пронесло. А вот. Да, воевать начали. Коллекция хорошая. Не знаю, что было вчера. В подвал ходил? Потом раз. Просто там сидел. Просто сидел, музыку слушал. Вот. Да? Чтоб не страшно. Да. Было.